Рождество – это праздник света, Это весть о прощении грехов, Пенье ангелов до рассвета Над лачугами пастухов, Это ясли с прекрасным младенцем И молитва Марии над ним. Рождество – это Божье сердце, Обращенное к нам живым. Казалось, все было как прежде – Ночь мглою укрыла восток, Луна в золотистой одежде плыла небесных дорог. Но вдруг в тишине раздался жизни рожденная крик, И в небе сиять остался звезды новоявленный лик. И ангелов чудное пенье коснулось сердец пастухов. К, Мари... К Мессии на поклонение спешили они от шатров. Он не в дворцовых палатах, не в злате, не в серебре, в пещере, в убогих яслях, в бедной людской простоте. Младенец беспомощный, тихий и словно такой же, как все, рожденные в этой жизни на нашей большой земле. Но взгляд необычно кротких, задумчивых, ласковых глаз, Как будто бы видел дорогу, что ждет его ради всех нас. И словно хотел он поведать о смысле всей жизни своей, О том, что оставил он небо ради несчастных людей, О чудном своем учении, которому жить века, О благодати спасения, что Божья дарует рука, и о Голговском распятии, где будет за нас он страдать, о смерти, холодном объятии, что нужно ему испытать. Казалось, все было как прежде, все так же сгущалась ночь, но только уже столетия с тех пор пролетели прочь. Сбылось, прореченное Богом, и нам не забыть никогда младенца, что в яслях убогих Родился для муки креста. Слава Богу!